Привет, друзья! С пятницей вас! Пришла долгожданная. Выходные на носу, ну и у нас пятничные анекдоты. Сейчас первый у нас от нашего подписчика постоянного, Саши Руденко. Спасибо, дружище. Ну, короче, такая картина. Ночь, тишина, свинарник. Хрюшки все спят там. Кто ножкой ви-ви там, кто похрюкивает, кто повизгивает. И вдруг в свинарник залезает волчара. Свиньи повскакивали, все в шоке. Ну, трындец, все, вилы. Кто от испуга там обосрался, кто сразу помер, кто в обморок упал. Волчара такой залезает, шапочку снимает. Ассалам алейкум! Свиньи такие на выдохе. Фу, слава богу, мусульманин! Пока, ребят, всем здоровья, процветания, хороших выходных.